Ребятушки, у нас прошел дождь ночью, а река сразу ожила. А еще, ребят, смотрите, кто тут у нас? Кто тут у нас сидит? Бакланчик. Вот прилетел по старой памяти, видать. Вот ждет полноводную реку, чтобы рыбачить. Молодец, пока что один. Здорово. Значит, не все пропало. На той стороне строительство вовсю идет дороги. Ну и к нам похолодание тоже пришло. Дожди и прям температура намного, так скажем, упала. Градусов на 10. Да, Чекушка? Смотрите, ребят, сидят, еще обнаружила бакланов. Сидят, вот они. Жаль, что сегодня такой пасмурный день. Но немножко плохо видно, ну ладно. В общем, факт тот, что, ребят, прилетели. Прилетели бакланчики. Ну вот, ребята, и к нам пришла непогода. Шурует вот такой дождь. Дугал, к сожалению, привязан, потому что работает электрик. Дугал. Ну, даже если он не привязан, он в будку не пойдет. Он пойдет под дерево. Вот такой мальчик. Вот такой пофигист. Спартанец. Эх ты, Дугал. Ну, льет, конечно. Гляньте. Вот это да. Ой. Мне тебя жалко, Дугал. Гуляем в обеденное время. Припустился дождик. Спешим. Ой, как спешим. Ой, ребята, по-моему... Беляшика я видела. Да. Вон он. Сейчас, ребят, спит, по-моему. Ой, надо спешить, дождь идет. Ребятушки. Беляшкин. Беляшкин. Ой, Беляшкин увидел нас. Все, начал плыть. Вон они. Ребят, вы не представляете счастье, счастье, которое я ощущаю. Давно я не видела Беляшкина. Слава Богу, живой. Вернулся в родные пенаты. Здесь он плавал со своей семьей, малышом. Вон колечки у него на хвостике. Все, поплыл. Поплыл. Кораблик наш белый. Пароходик. Пока, Беляш. Беляш, как в детстве, с мамой, с сестрой, исходил здесь все дно пешком. Вот таким образом они питаются. Вот уже несколько дней я его тут вижу в родных пенатах.
Вернулся. Здесь сейчас хорошо. Опасности нет. Стройка осталась вниз по реке. Стройка дороги. Направляются к мосту. Наверное, хотят пойти дальше вверх по течению. Красавчик. За Беляшом могу наблюдать очень долго. Я его люблю. Вот он, наш красивый селезень. Красавчик. Мальчик наш. Так, вверх по течению они передумали. Будут возвращаться. Вышел, вышел. Привет, Беляшкин. Идет к нам. Ой, где он? Господи, потерял. Беляшки! Смотрите, ребят, вышел прямо передо мной. Ты либо поздороваться хочешь с нами. Смотрите, вон у него колечки на хвостике. Ну, конечно, чувствует себя он как хозяин. Как хозяин. Однозначно. Все. Меня увидел, решил, наверное, опасно, люди здесь, ну и вот. Все, поплыл назад. Вниз по течению пошел. Догоняет своих собратьев. Деловой парень. Все. Вот. Мы с Чаком гуляем. Сейчас я поеду по делам. Сегодня воскресенье. Как всегда в офис. Чакушка будет выгулен. Отдыхать. Ждать маму возвращения. Все, как всегда у нас все по плану. Бекушка, привет! Чао! Ребят, вот такая еще одна охотничья собака. Тут у Пипи соседка. А вот Бекки, старушечка. Старушечка Бекки. Жива еще, жива. Бекушка, Бекушка, как ты себя чувствуешь? Ах ты ж, Господи! Бекунечка, столусечка ты. Ай ты, ай ты, ай ты, ай ты, хочет играться. Ай ты, Господи. А вон Челси. Челсина. Челси. Ну, Челси всегда была такой испуганной собакой. Боится подходить всегда. Правда, подошла, поприветствовала меня. Бекина. Мачао, Бекина. Мачао, Бубочка. И старушечка. Ой, Господи. Вот тоже, ребят, живет, потому что, считай, сын сеньора Франчески, хозяин, он ветеринар. Вот он ее все-таки поддерживает, как может. Ну, правда, тоже вижу всю перекосила ее уже. Вот она, хочет играться. Ай, ты девочка, ай, ты маленькая. Лапки, видите, ребят. Плохо держит лапки. Вот она хочет играть. Вот он боксерский такой. Ой, боксерский характер такой. Маленькая. А ты что хочешь ласки? Ну, это молоденькая девочка. Охотница, да? Охотница. Красивая такая. Ой, три собаки, ребят, у них. Три. Ой. Сегодня работаю у Пипи на первом этаже. Пипочка сейчас. Пойду открывать Пипочку.
Иду к Пипочке. Пипочка. Тут у нас такой склад. Вот, переход в другую квартиру. Пипуська! Где там моя Пипуська? Пипусенька! Вон она, девочка! Ай, ты красавица! Пипочка! А кто плачет? А кто плачет? А кто плачет? Лена пришла! Привет! Моя ты красоточка! Сейчас я тебя выпущу на улицу. Да, 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 гулять. Да, да. Ой, ой, гулять, гулять. Лена, скорее открывай. Скорее, Лена, открывай. Девочка хочет на улицу. На улицу. Давай. Вот она, вот она. Ой, дождаться не может. Ой. Давай, давай, бегом. Але! А вот и Чакушка наш скутер. Ветер дует какой. А, ребята, события у нас. Сегодня после обеда мы поедем покупать новый скутер. Потому что наш Чакушка совсем старенький стал. Посмотрите, сколько километров. Я думала, мы дотянем до восьмерок. Но придется сейчас уже покупать, потому что страховка у нас истекает вот сейчас на днях. Ну и решили уже и скутер поменять. Страховку на новый скутер. Так что вот такой красавец, ребята, будет просто выброшен. Продать его невозможно. Когда люди увидят эти километры, никто не захочет покупать. Ну и естественно уже. Ну что, он свое отслужил. Хоть он еще и побегает, но вы знаете как. Сегодня бегает, завтра раз и сломался. Ну вот так мы с ним жили. Только отремонтирую, опять сломался. Как вы можете наблюдать, домик тоже вон уже почти сделали. Вон уже работы на улице происходят. Красота. Ну а я сегодня работаю в этой маленькой квартирке, где живет сейчас Пипи. Ну что, ребят, важная миссия. Едем покупать новый скутер. Ну и, конечно, как же без Чакушки? Обязательно вместе с Чакушкой. Ему надо попробовать залезть на новый скутер. Так что едем, ребятушки. Так, ребят, мы на месте. Приехали. Здесь будем покупать скутер. Старое место, я знаю хозяина, так что я думаю, что все будет хорошо. И цену он нам немножко сбавил. В общем, скутер будет стоить 3000 евро 500. Вот так. Сейчас жду. Дети подъедут, Таечка с мужем. Всей семьей, короче, будем покупать скутер. Вот такие дела. Вот его цвет.
вроде как темный, но не темный, такой цвет, видите, немножко дает синевой, как цвет, не знаю, нефти, что ли. Вот такой красавец, ребята, посмотрите, какая фара. Вот. Но это еще он не готовый, наполовину тут еще много чего надо монтировать. Вот. Вот такой красавчик, вот такой красавчик. Чак, dobbiamo provare salire, sai? Aspetta. Proviamo, amore. Vai, su. Su, su. È un po' altino. Più alto di Chuck. Un pochettino. Vabbè. Sì. С другой стороны ему неудобно, но хорошо, удобненько ему, все хорошо, отлично.